Hyper Ledger выпустила новую версию. Как сообщается в блоге компании, возглавляемый Linux Foundation консорциум Hyper Ledger объявил о выпуске версии 1.0.0 блокчейн-платформы Fabric. Брайан Беллендорф, исполнительный директор Hyperledger, сообщил, что в новой версии усовершенствованы каналы транзакций, которые отличают повышенная надежность и пропускная способность. Проект Hyperledger стартовал в 2016 году при поддержке крупнейших компаний мира. В общей сложности 159 разработчиков из 27 организаций внесли свой вклад в Hyperledger Fabric.